тебе возвращаться в Британию, Игорь. Но ты не прислушался. Что ж, в каком-то смысле это объяснимо. Ты все время лезешь в чужие дела. Эдакий Джокер в нашей игре. Невозможно угадать. Окажешься ты на стороне героев или крыс. Что за бред? The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get away. It was a desperate solution. In all 3,400 man-made, these were flies that would fit her eyes. Отлично. Тогда начнем. Тогда löytyy тämmösiä hördöllisiä selviytymistaitoja. Думаешь, собирать припасы это так просто? А вот хрен там плавал. Тут понимание иметь надо. Например, растения с большими листьями часто растут рядом со своими родственниками поменьше. Или даже под ними. Так что все сливки снимают наблюдательные. Ну, готов применить уроки дяди Миши на практике? Сейчас мы с тобой сделаем лечебную мазь. Найди два гриба и два лечебных растения. Кстати, мое время стоит очень дорого. Поэтому я дам тебе на это всего 60 секунд. 3, 2... Хрен с ним, давай уже. Найди мне этих проклятых грибов и трав, профессор. Секунд! Игорь! Поторопись! Осталось 10 секунд! Хорош там титьки мяч! Давай погляди. Волшебный порошок? Верить в такое не слишком в твоем стиле, правда, Игорь?
Но если в этом есть хоть доля правды, то у тебя появится шанс одолеть теней. А может быть, даже черного сталкера. Смотри, не нарвись на этих уродов, Игорь. Я слышала по радиосвязи, что они посылают новые отряды в Рыжий лес. Ольга, думаю, я нашел немного этой... как ее? Пыли. Будь осторожен, там могут быть скрытни. Да уж, наверняка они где-то рядом.
Почему ты так долго? Я вижу твои мысли. Почему ты так долго? Найди меня. Нам суждено быть вместе. Возьми меня за руку. Я покажу тебе новый мир. Все умерли, заперты в кристаллах чернобылита, раздавлены, задушены. Ты собрался? Не стреляй! Я... друг! Хрена лысого ты, друг! Развернись и шагай, чтобы я тебя больше не увидел! Чего ты психуешь? Я вам помог, забыл? Хочу поговорить с Матвеем. С Матвеем, значит? Ольга ушла, Костя пропал, и наверняка все это из-за тебя! Вот уж помог, так помог! Слушай, мне правда нужна эта пыль. Может, мы как-то сможем договориться? Нет, значит, нет. Слишком много всего творится. Костя и Матвей куда-то пропали. На Костю мне плевать. А вот Матвей другое дело. Но мы хотя бы знаем, кто виноват в наших проблемах. Эти ублюдки из НАР. Слушай, мне нужен белый порошок. Порошок, значит? Очередной наркоша. У нас тут такого не держат. Мы чистой жизнью живем. Так, погоди. Да шучу я. Понял, о чем ты. Но ни хрена ты не получишь. Ну ладно. Я тогда пойду. Прекрасное решение. Проваливай, дружище. Ты это слышала? Ты можешь с ним поговорить? Говорить с этим придурком — пустая трата времени. Есть другие идеи? Иди на кладбище. Ну, это мы его так называем. Матвей раньше ходил туда время от времени. Может, найдешь там его или Костю? Черт. Разве это кладбище? Больше похоже на братскую могилу. Знаю. Но кладбище звучит как-то достойнее, правда? Наровцы раньше сбрасывали сюда тела. Фосфор, известь,
Со временем они все разрушают. Я нашла там маму. То, что от нее осталось. Что? Почему ты мне не сказала? Больше ничем не хочешь поделиться? Не хотела, чтобы ты узнал об этом месте раньше времени. К тому же у всех есть тайны. Вопрос в том, насколько они безобидны. Я смотрю, Костя, если ты не против. Не могу. Выходит, они сказали правду? Что там такое? Помнишь, я сказал, что Чернобылит — это гигантская черепаха, на которой стоит наша Вселенная? Возможно, отчасти так оно и есть. О чем ты? Похоже, он органический. Более того, демонстрирует признаки базовых когнитивных функций. В смысле, он учится. Поэтому избегает щелочи и фосфора. Потрясающе. Теперь понятно, почему тени не касаются пыли. Уж не знаю, как Матвей до такого додумался, но он попал в десятку. Остальное расскажешь, когда вернешься. Захвати пыль. Я говорил тебе возвращаться в Британию, Игорь. Но ты не прислушался. Что ж, в каком-то смысле это объяснимо. Ты все время лезешь в чужие дела. Эдакий Джокер в нашей игре. Невозможно угадать. Окажешься ты на стороне героев или крыс? Что за бред? Думаешь, я не в курсе, что ты говорил с Семеновым? Может, даже с Козловым? С кем еще, интересно? А вот твоя банда неудачников не догадывается, что ты ведешь двойную игру. Откуда ты? Как? Ты правда настолько наивен, Игорь? Как дитя. Неужели с твоим умом ты не способен понять, что происходит на самом деле? Может, никакой ты не особенный. Тебя используют, а ты даже не видишь этого. Тебе не приходило в голову на 5 минут отвлечься от чужих поручений и спросить себя, зачем ты здесь? Зачем ты здесь на самом деле? Ты безумен? Чернобылит затуманил тебе разум. Слушай, никого я не подставлял. Просто кто-то отправил мне фото Татьяны, и я видел ее во сне. Она просила меня разыскать ее. Ты лжешь! Она бы никогда... Нет. Тебе здесь не место. Но это правда. И я вижу, что ты мне поверил. Ты заблуждаешься. Семенов использовал это фото, чтобы заманить тебя сюда. Чтобы ты крутился под ногами и путал мне планы. Он манипулировал тобой с самого начала. А ты так этого и не понял. Ты недооцениваешь меня, старый друг. Да, я знаю, что это ты, Борис. Что с тобой стало? Мы не во всем соглашались, но мы были близкими друзьями. Все трое. Татьяна всегда стояла для меня на первом месте. Это правда. Но это не значит, что мне плевать на моих друзей, на тебя. Друзья. Ну да. Конечно. Борис и Игорь – друзья, товарищи. Братья навек. И все такое. Забавно видеть, как ты претендуешь на то, что тебе не принадлежит. Если бы ты только знал. Понятия не имею, о чем ты говоришь. И мне плевать. Я найду Татьяну, если для этого придется переступить через тебя. Так тому и быть. Смелости тебе не занимать, Игорь. Но смелость
без знаний ничем не отличается от глупости. Ты понимаешь, против чего выступаешь? Я в курсе, что ты говорил с этими идиотами из моей лаборатории. Их неосмотрительность стоила им жизни, между прочим. Ты убил их за то, что они рассказали мне твою безумную теорию, что Чернобылит — это такой могущественный организм, который создает сингулярности и червоточины внутри собственного многомерного тела. Мне все равно, что ты веришь. Но как ты совладаешь с такой силой, если не можешь справиться даже со мной? Ты даже не представляешь, как ты далек от своей цели. У меня есть собственные планы, и тебя они не касаются. По крайней мере, пока. Сегодня я не буду тебя убивать. Можешь поблагодарить ее за это. Но впредь не советую переходить мне дорогу. Кто знает, что принесет будущее. Я искренне надеюсь никогда больше не встретить тебя, Игорь. Я впечатлен, брат. Ты встретился с монстром и выжил. Мало кто может этим похвастать. И у вас типа общее прошлое, да? Охренеть, уважаю. Не серьезно. Ну что ж, спасибо. Но ты не расслабляйся, ладно? Пока что мы не достигли цели. Тебя-то я ищу, сталкер. Что такое? Как успехи со скрытнями? С тенями? Делаю все, что могу, но эти существа опасны и непредсказуемы. Мне можешь не говорить. Они достаточно моих друзей убили. И, как я понимаю, у Нар с ними дела тоже идут не очень-то гладко. Выглядят они жутко, но убить их точно можно. Наводишь дробовик на их башку, или как это уродство еще назвать, и нажимаешь на спусковой крючок. Тени умеют совершать короткие прыжки в пространстве и времени, поэтому они так опасны. Но убить их — это еще не самое сложное. Мы не сможем отбиваться от них вечно. Нужно выяснить, что они такое и откуда появляются, а затем разделаться с ними окончательно. Нар наверняка как-то в этом замешаны. Я в этом уверен. Ясно. Расскажи, пожалуйста, если узнаешь что-нибудь еще. А я пока продолжу отстреливать им уродливые бошки. Привет, Ольга. С радостью. Только прямо сейчас. Проголодал? Пока нет. Да я шучу. Я бы с тобой мясом делил. Я бы им даже заклят... Ты о чем вообще? Я в зоне много времени провел. И по ходу дела. Я много... И что же? После того, как ваши тупорылые учёные... Кто-то сказал аппаратчикам, что нужно перебить... А как еще? Разумеется. Но мы же славяне. Ха! Даже столеткам. В общем, какой-то гений. Да, животных всех забили. Но трупы не утилизировали. И отправили в Москву. Чего уж тут здоров? Светящиеся сосиски. И они решили немедленно отправить их. Эта история уже стала достоянием вообще. Так и появился. Поезд-призрак. Колесящий пол. И ездил он по СССР. 3 года. 3 сраных года. И вот тогда... Но мне удалось стащить один кусок мяса на память. Пригодится? Ну,
пока не... Ты с ума сошел? Миша, ты всякое повидал. Можешь... Говно! Споры! Отлично. Тогда начнем. Слушай внимательно и не перебивай. Я помогу тебе развить инстинкт выживания. Представь, что от этого зависит твоя жизнь. Хотя нет, не надо представлять. Будь уверен, что так и есть. Поехали! Что уже, знаешь, как искать полезные травы и грибы? Зато не знаешь того, что многие корни и травы можно есть. Если он не сгнил, и тебе удастся нормально выдернуть растение, есть шанс разжиться халявной едой. Ну разве не офигенно? Так что, чем больше растений собираешь, тем выше шанс найти что-то съедобное. Попробуй. Я дам тебе 60 секунд, чтобы собрать как можно больше целебных трав и грибов. Готов? Вперед! Всего 10 секунд! Время вышло! Возвращайся! Оценим твои успехи! Отлично, Игорь! Инстинкты работают! Ну или ты просто голодный был, не знаю. В общем, на этом пока все. И вы абсолютно уверены в этом, профессор Семенов? Это единственное разумное объяснение. Как еще гамма-волны мозга Амалиевой могли бы взаимодействовать с чернобылитом, если бы он не был хотя бы отчасти разумным? И что насчет ворот? Какая-то развитая форма телекинеза. Это ничего не объясняет. Ни капли. Но если все это на самом деле правда, значит, червоточины? Но это невозможно. Почему невозможно? Вы только представьте. Слушай, если нам еще не встречались организмы, способные создать, выдержать или даже направить экзотическую энергию, возникающую возле черных дыр, это не значит, что их не существует.
значит, эти фрактальные туннели тоже органические. И мы, выходит, путешествуем по венам гигантского межпространственного Моби Дика. В настоящий момент, благодаря нашим испытаниям, на это способен только черный сталкер. Если вам так нравятся метафоры, то здесь больше подойдет гигантский межпространственный кальмар. Тогда что такое тени? Что-то типа внешних лейкоцитов? Мне нравится эта теория. Они подпитывают главного носителя и защищают его от угроз и болезней. От нас? От большинства из нас, да. Тени вышли через нестабильные врата. Вы не думаете, что это ответный удар или вторжение? Нет, я бы назвал это реакцией организма на нечто инородное. А инородные — это наши подопытные. То есть тени — своего рода антитела. Потрясающе, правда? А Амалиева — словно подходящий белок, проводник. Она может разговаривать со зверем, но и зверь может говорить через нее. Я видел, что происходит с подопытным при воздействии чернобылита. Общение с этим — навряд ли это приятное занятие. Да какая разница? Наши имена будут упоминаться во всех учебниках наряду с Ньютоном и Эйнштейном. Разумеется, профессор, все это того стоило. Выходит, чернобылет — это разумный межпространственный организм. И Таня может с ним разговаривать. Это сложно уложить в голове. Прошло уже столько времени, любимая. Почему я тебя больше не слышу? После того, как ты родила малыша и впала в кому, ты приходила ко мне во снах. Мне не хватает наших разговоров. Я скучаю по тебе, Таня. Иногда мне кажется, что я сбился с пути, потерял себя. Мы с тобой стольким пожертвовали, и теперь я понятия не имею, что ждет нас в конце пути. Но это наш единственный шанс быть вместе. Не теряй надежды. Пожалуйста, дай Семенову то, что ему нужно. Дай ему это, чтобы он оставил нас в покое. Жалкий ублюдок. Он все еще живет иллюзиями. Но мне нельзя отвлекаться. Я должен выяснить, что Семенову нужно от Тани. Невероятно, профессор Семенов, я впечатлен. Но я приехал по делу, а не из праздного любопытства.
Наши инвесторы хотят увидеть результаты своих вложений. Об этом можете не беспокоиться. Они даже не догадываются, какую это может принести выгоду. В этом и проблема. Эти люди не любят сюрпризов. Они хотят точно знать, чего ожидать. Новое оружие, лекарства, новые виды транспорта. Все это и даже больше. Можете передать своим инвесторам, что вложенные ими миллионы превратятся в миллиарды. А что насчет радара Дуга? Все эти годы он привлекал слишком много внимания. Темные туристы и эти чертовы сталкеры... Он выполнил свою задачу. Можете из него хоть вешалок наделать. Теперь у нас есть Амалиева. Она идеальный проводник. Над чем мы сейчас работаем, превратит НАР в крупнейший конгломерат в мире. Мы будем ворочать триллионами. Амалиева поможет нам стабилизировать врата в другой мир, мир Чернобылита. И когда мы сможем попасть туда, это будет настоящая революция. Переворот, какого еще не знал наш мир. Своего рода онтологический шок. Какой шок? Так, ладно. В общем, если вы сможете найти безопасный способ извлечь из этого прибыль, совет дает вам свое разрешение. Только, профессор, будьте благоразумны. Хорошо? Наша цель — заработать деньги, а не уничтожить мир или вызвать какой-то там шок. У меня все под контролем, все на своих местах. Нулевой пациент готов. Господи. Так вот, зачем Семенова нужна Таня? Стабилизировать червоточину, ведущую в мир Чернобылита. Мне нужно добраться до электростанции. И как можно скорее найти ее, пока он не осуществил свой безумный план. Я понятия не имею, что может произойти с ней. Или вообще с миром. Нужно составить план и действовать быстро.